Единые стандарты строительства внедряют в странах СНГ. В каждом государстве за последние 30 лет сформировались свои подходы к строительным нормативам. Между тем, их унификация могла бы сэкономить деньги и время предпринимателей. По оценке экспертов, в этом случае сроки проектирования могут сократиться на полгода, а время рассмотрения проектной документации уменьшится до 5 минут. В прошлом году доля строительства в казахстанском ВВП составила 3 триллиона тенге. В жилищный комплекс было инвестировано 830 миллиардов. Это позволит бизнесу свободнее двигаться, и обязательные требования, если станут похожими, еще лучше одинаковыми, тогда мы уберем барьер для движения бизнеса из Казахстана, допустим, в Россию, из России в Казахстан, но также с другими странами.